Посмотрим, будет, не будет. Да, отлично, все лоздится. С первого раза хорошо. Да, удобно. Открываем очередную посылку. Что у нас тут? Хорошо запаковано. И вот у нас такой электропаяльник. Причем интересно, что этот электропаяльник у нас с регулировкой внутри самого паяльника. Вот. Сразу обращу внимание, комплект насадок вместе идет с паяльником. Отличные насадочки, разные. Мой любимая система. Тут есть с острием круглым и разные вот насадки. Они вот здесь есть. Так, хорошо. Напряжение 220 вольт, мощность 60 ватт. Температура до 450 градусов, от 200. То есть все нужные температуры. Значит, есть у нас клемма заземления. Значит, это довольно-таки должен быть интересный в плане качества прибор. Электрическая схема вся на виду. В принципе, видно, что это крупные элементы, не SMD-компоненты. Так что в случае чего отремонтировать, я думаю, ни у кого не вызовет. Ну, у радиолюбителей не вызовет проблемы. Значит, он, значит, хорошо снимается легко. Значит, вот она насадочка. Я ее могу поменять. Вот из этой смены. Но вот этот комплект идет изначально такая. Значит, нагревательный элемент похож на керамический. Самое главное, чтобы он хорошо работал. А технология как бы скрыта нам от нас. В принципе, разбирается он легко. И самое удобное то, что нету блока, как у других паяльных станций, которые, ну, неудобно бывает с ними. То есть на столе место дополнительно занимает. Давайте испытаем. Сразу отмечу, что вилка у нас европейская. Значит, температуру мы поставим. Вот здесь у нас есть отметка, куда надо температуру ставить. Не очень заметная, но если мы один раз узнаем, то будем помнить об этом. Да? Поставим на минимальное 200 градусов. Включаем нашу вилку. И для того, чтобы измерить температуру, мы используем специальный тестер. Вот он, тестер. Тоже куплен был по интернету. Значит, выключаем. Внутри вставляем батарейку. Тоже с интернета куплено было, с AliExpress. Я, значит, тоже рекомендую, потому что обычно покупая дома, не знаю, как у нас все это дороже в разы. Значит, там это копейки стоит по интернету, поэтому я такие вещи покупаю. Ну и ходить искать эти батарейки тоже не очень приятная затея. Так, я подключаю вот эту крону. И все. Она должна у нас заработать, эта система. Подключаю я наш паяльник. Температура 220 градусов. Вот поставили. Включим наш тестер. Так, комнатная температура. Сейчас я его подключаю к этому и смотрим. Так, чтобы удобно было. Так, так. Поудобнее поставлю. Придерживаю эту температуру. Температура повышается довольно-таки быстро. Ну вот, где-то вот так он у нас нагревается. Так, ну лампочка уже перестала светиться, значит он, по всей видимости. Угу. Так, ладно, хорошо. С этим что-то не так. В общем, паяльник, в принципе, нормальный, но по сравнению с Хака, конечно, он проигрывает по всем показателям. Вес тяжелее. Значит, удобство тоже Хака намного удобнее. Специальное вот покрытие. И, значит, этот паяльник только дешевле получается. Это готовый. И ремонтопригодный, и так далее. То есть для начинающих, наверное, можно рекомендовать этот паяльник. Или для особо неразборчивых. Но Хака все-таки тот паяльник по всем показателям
удобнее, единственный габаритнее, его надо собирать, он в виде радиоконструктора поступает, но все-таки вот, ну давайте припаяем что-то. Залудим провод, просто возьмем какой-то провод, зачистим его. Так, канифоли у меня нет. Будем плюсом. Так, плюс нанесли. И нашим паяльником попробуем его залудить. Посмотрим, будет, не будет. Так, отлично, все лудится. С первого раза хорошо. Да, удобно паять. В принципе, паяльник габаритный, но работать можно с ним. Вот, спасибо за внимание.